Друзья, Библия говорит о том, что от избытка сердца говорят уста. То есть то, чем мы наполнены, мы обязательно об этом будем говорить. Мы обязательно будем об этом думать, мы обязательно об этом будем говорить. И сегодня я хотел вместе с вами порассуждать над восьмым псалмом. Восьмой псалом. Вообще, псалмы, что это было такое? Мне кажется, знаете, самое лучшее выражение, или как это описать? Это выражение личных отношений с Богом. Значит, то, как Давид строил свои личные отношения с Богом. Это восхищение Богом, это сокрушение о грехе, это радость, это переживание, это боль, это то, чем жил Давид. То, о чем он думал, то, о чем молился, то, о чем он пел. И заметьте, у Давида в то время, когда он писал псалмы, был очень ограниченный доступ к Священному Писанию. Вот подумайте, сколько было книг. Даже книги царств, которые там вот мы сейчас находим до псалмов, их не было еще тогда. Тогда еще только жизнь Давида была в процессе, может быть, процесс написания этих книг как-то начинался где-то, кем-то, друзья. Но ограниченный, очень ограниченный доступ к Слову Божьему, но огромнейшее желание Давида познавать Бога. А вот сейчас хочу подумать, как у нас. У нас огромнейший доступ к Слову Божьему и, к сожалению, очень часто ограниченное желание. Мы находим тысячи важных причин, вещей, занятости, что мы можем делать, что нам нравится делать, но мы не находим время часто, к сожалению, для личного общения с Богом. Это то, что было у Давида. Это то, что нам нужно искать. Личное, глубокое общение с Богом. Иисус Христос говорил об этом так. «Зайди в комнату твою, закрой дверь твою, и помолись Отцу твоему, который в тайне. Он, видящий тайное, воздаст тебе явно». Ценность личных отношений, ценность прославления, ценность хвалы – это то, к чему я хочу сегодня призвать каждого из нас. Имея огромнейший потенциал и имея всю полноту Слова Божьего перед нами, в нас, в руках, мы можем больше познавать Бога, мы можем больше прославлять Его. Мы можем больше восхищаться им. И это то, к чему я призываю сегодня каждого из нас. Этот псалом, это направлен для того, чтобы его пели. Значит, начальнику хора на Гевском орудии, псалом Давида: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес». Хочу обратить внимание, что этот псалом начинается Божьим величием и заканчивается Божьим величием. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Это последний стих этого псалма. Друзья, я очень хотел бы, чтобы в нашей жизни все начиналось Господом и все заканчивалось Господом. И тогда будет все в жизни благословенно. Почему? Потому что мы будем искать Его лица, мы будем искать Его присутствие. Мы будем искать Его славы. Друзья, Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Это осознавал Давид, осознаю ли я, то, что имя Господне, оно величественно по всей земле. Слава Твоя простирается превыше небес. После этого он описывает, как человек видит это, как он видит, и говорит о том: «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Это вообще очень интересный стих. Здесь можно и нужно обратить внимание на следующие слова. Эти слова были процитированы самим Иисусом Христом. Вы знаете, когда кто-то большой или знаменитый берет вашу фразу и цитирует, это привилегия. Но когда слова, которые произнесли вы, написали вы, говорили вы, берет сам Господь Иисус Христос и цитирует,
Это огромнейшая привилегия. Об этом Иисус Христос сказал фарисеям. Помните, когда Он очистил храм, это было второе очищение храма, о котором описано Матфея 21 глава, 16 стих. И там говорится следующие слова. Когда пришли дети, и дети начинают славить Иисуса Христа. Конечно же, людям, вы знаете, многим людям даже сейчас не нравится, когда Иисуса Христа славят. Они не против Иисуса Христа, они не против как личности, но тот факт, когда кто-то начинает славить Иисуса Христа, их очень взвинчивает, им что-то очень не нравится. Вот здесь то же самое. Видевшие же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, говорящих «Осана, сыну Давидову», вознегодовали. К сожалению, очень часто происходит с людьми, которые не хотят увидеть Божью славу, не хотят прославить Иисуса Христа. И здесь тоже люди не захотели прославить, но Иисус говорит им в ответ, смотрите, Иисус же говорит им, разве вы никогда не читали из уст младенца и у грудных детей, ты устроил хвалу? Вот это очень важные слова. Здесь хвала идет из уст младенцев. Друзья, тогда, когда могли взрослые, тогда, когда те, которые служили Богу, могли прославлять Господа, который пришел к ним в храм, они этого не сделали. Но Господь нашел других, которые были готовы прославить Его. Это были дети, простые дети. И как прекрасно, когда дети прославляют Иисуса Христа. Другие стихи, о которых здесь говорится, это тоже стихи, которые мы можем найти, цитаты этих стихов в послании к евреям. Вторая глава, шестой стих и ниже. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славу и честью венчал его, поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не стал ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов славу, вождя спасения, совершил через страдания. Следующие стихи, которые мы здесь находим, говорят о том, что а когда я взираю на небеса твои, на дела твоих перстов, на луну и на звезды, которые ты поставил. А вот здесь хочу обратить внимание на то, что в послании к Колоссянам, 1 глава, 16 стих, открывается красота того, что Иисус Христос является Творцом и Создателем. Ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власти, все им и для Него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Иисус Христос создал все. Когда взирая на небеса, на дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, Давид смотрит на это все и удивляется. Мы когда смотрим на это все, на самом деле мы удивляемся, эти звезды. И тут человек, которого не видно даже с высоты, я не знаю, нескольких километров, уже не видно этого человека. Он как пылинка, меньше микроба. Но ты помнишь его. На фоне всех этих галактик, миллиардов планет и миров, что такое человек? Но на этом фоне Бог помнит этого человека. Бог знает ваше имя. Бог знает ваши волосы на голове. Бог знает ваши радости и трудности. Бог знает ваши переживания. И это радость для нас. Но здесь говорится о том, что будет.
То есть послание к евреям открывается то, что еще все не покорено. То есть в тысячелетнем царстве тогда будет все покорено. Но здесь интересный момент. Надлежало, чтобы тот, для которого все, то есть Иисус Христос, для Него все. Смотрите, и от которого все. Все от Него. Он все создал. Все для Него создано. И все им создано. Приводящего многих сынов славу. А вот здесь меня просто удивляет то, что Бог, находясь в славе, смотрите, слава твоя простирается превыше небес. У Бога слава превыше небес. И вот в эту славу Он хочет привести человека, приводящего многих сынов славу, вождя спасения, капитана их спасения, совершил через страдания. Друзья, через свои страдания Иисус Христос хочет людей привести в свою славу. И сейчас я хочу повторить слова Иисуса Христа, которые Он сказал. Он говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Он не только успокоит, Он не только даст радость, но Он берет человека в свою славу. Да, мы грешны, и мы не имели бы доступа к Божьей славе никак и никогда, если бы Сын Божий, Иисус Христос, не сошел на эту землю, не стал человеком, не умер как человек за наши грехи, для того, чтобы нас привести в свою славу. Да, этот псалом начинается величием Божьего имени, начинается той славой, которая превыше небес. Но самое радостное то, что Он хочет, чтобы мы были с Ним в Его славе. Друзья, сегодня я хотел, чтобы мы подумали, чтобы каждый подумал, хочешь ли ты быть в Божьей славе? Если хочешь, прими Иисуса Христа, служи Иисусу Христу, живи Иисусом Христом, прославляй Иисуса Христа. Благослови Господь каждого из нас в нашей жизни, чтобы мы это делали с дерзновением и для Его славы. Аминь.